Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о той части игры Overwatch, которую многие ждали с самого релиза, а точнее о ранкеде. Быстрые игры и потасовки — это, конечно, весело, но в игре, которая изначально планировалась как соревновательная, отсутствие ранкеда было весьма и весьма ощутимым. Как многие, наверное, уже знают, ранкед в игре присутствовал еще на стадии бета-тестирования. Однако после окончания теста Blizzard приняли решение о его доработке, согласно полученным отзывам и предложениям. Итак, что собой представляет ранговая игра в Overwatch? Система сезонов. Разработчиками было решено установить длительность сезонов в 3 месяца, по временам года каждый. Правда, в конце концов это будут не полные 3 месяца. Нам приготовили небольшие передышки на 2 недели в межсезонье. Первый же сезон будет еще короче, поскольку окончится уже в середине августа, а точнее 18 числа. Награды. Награды за ранкед чисто косметические. За отыгрыш 10 квалификационных игр дают обычные граффити. А если в конце сезона вы попадаете в топ 500 своего региона, то получите еще и анимированные. Также вы сможете приобрести золотое оружие за очки, которые вы получите за каждую победу в этом режиме. Как нам говорили сами Blizzard, для скилловых парней одного сезона, чтобы получить скин, будет достаточно. Остальным же придется копить очки несколько сезонов. Кому не слабо за сезон сделать 300 побед? Старт игры в ранкеде и система ладдера. Для того, чтобы вы смогли играть в этом режиме, вам, как собственно и ожидалось, нужно отыграть 10 матчей, в процессе чего система сможет оценить ваши умения. Вам дадут определенный рейтинг, и от него вы уже будете отталкиваться при движении по ладдеру. Ах да, игроков, чей уровень аккаунта ниже 25-го, не допустят к соревновательному режиму. На бете в соревновательном режиме были некие ранки, достигая которых игрок не мог упасть ниже этого уровня. Поэтому разработчики переосмыслили эту систему и ввели новую, основанную на очках рейтинга ММР, и его значение будет от 1 до 100. Уже в самом лобби игры вы сможете увидеть рейтинг остальных игроков, суммарный рейтинг команды, а также наличие в группах премейдов. В зависимости от разницы рейтингов вашей команды и команды врагов, а также от других факторов, будут высчитываться заработанные или потерянные очки. Поэтому в каждой новой игре ваш рейтинг может меняться на разное количество очков. Победа в ранкеде. Рейтинговая система отличается от быстрой несколькими вещами, помимо того, что к вам в игру будут попадать игроки со схожим с вами рейтингом. Первое. Если хотя бы один игрок покидает игру, система не подберет вам более союзника, хотя сам покинувший может переподключиться в течение минуты. Если это произошло в первые 30 секунд после начала матча, он автоматически закроется. А если же после предложит оставшимся игрокам покинуть его без потери ММР, или же продолжить игру в меньшинстве. Покинув матч без потери рейтинга, вы все равно получаете поражение в статистику игры. Второе. Бои длятся дольше. И это во многом зависит от типа карты. На картах типа захвата точек ваша команда будет играть дважды за атакующую сторону и за оборону. Понятно, что выиграет та команда, которая возьмет победу согласно заработанным очкам, по одному за каждую захваченную точку. Если обе команды заняли обе точки, то игра подсчитает, сколько времени у вас оставалось до конца раунда, когда вы заняли вторую точку. Именно столько времени вы будете иметь в этом раунде, чтобы захватить первую точку на карте. Если ваше время менее 2 минут, то игра выдаст вам ровно 2 минуты на попытку. Если же времени и вовсе не оставалось, увы, у вас не будет шанса попробовать захватить точку. И если же вы по каким-то невероятным причинам еще и этот раунд сыграете в ничью, тут в бой пойдет раунд внезапной смерти. Вас случайным образом кинут либо за атаку, либо за оборону, и вам придется выполнить свою миссию, чтобы победить в матче. Также внезапная смерть играется в случае изначально нерезультативной ничьей. На данный момент большинство игроков считает, что атаковать гораздо легче, поэтому имеет место быть некая несправедливость в отношении игроков, которые оборонялись. Но по заверениям разработчиков система все еще пересматривается, и скорее всего в осеннем сезоне она уже будет другой. Что касается карт с перемещением объекта, если ваша команда дотолкает объект дальше, чем это сделали ваши враги, то вы будете победителями. На смешанных картах вы будете получать 1 очко в счет за каждое выполненное задание, будь то захват точки или очередной чекпоинт на пути следования тележки. Кто больше собрал, тот и выиграл. На картах типа «Царь горы» игра идет до 3 побед, то есть теоретически вы сможете сыграть и 5 раундов, поэтому некоторые точки даже будут при этом повторяться. Наказание. В соревновательном режиме игры значительно усилены наказания за АФК и выход до окончания матча, поскольку так вы не дадите нормально закончить матч другим игрокам. Во-первых, вы не сможете найти новую игру, пока старая не закончится. Во-вторых, если вы будете злоупотреблять подобным, на вас наложат временные штрафы, и вы не сможете заходить в ранкед какое-то время, вплоть до полной блокировки ранкеда для вашего аккаунта на целый сезон. Выводы. Что же, на данный момент система рейтинговых игр кажется не до конца проработанной. В частности, вопрос игр соло-игроков с премейдами, что значительно влияет на исход игры. Со всей уверенностью можно сказать, что разработчики сейчас следят за отзывами на форумах и, возможно, даже могут принять к сведению самое дельное предложение.
Поэтому, если у вас есть идеи насчет того, каким образом эту систему можно улучшить, не держите это в себе, делитесь мыслями с разработчиками. Кто знает, возможно, именно ваша идея поможет сделать рейтинговые игры еще более захватывающими. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Делитесь своими мыслями насчет ранкеда в комментариях и до новых встреч. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте.